Количество запорожцев, получающих субсидии на коммунальные услуги, в этом году увеличится. Всем должно прийти уведомление по прошлогоднему образцу для подачи соответствующего заявления. Это ложится на плечи почты, а вопрос финансирования решает областная власть. С 350 до 450 тысяч увеличится количество семей в Запорожской области, которые будут получать субсидию. Если тем, кто имел ее в прошлом году, она пересчитывается автоматически, то остальным надо будет отправить заявление и данные о доходах соцслужбы. Это потребует дополнительного финансирования в связи с почтовыми услугами. Об этом говорили на совещании начальников департаментов облгосадминистрации и представителей Укрпочты. Мы ставим вопрос по доставке данных уведомлений на рассмотрение до конечного получателя, но так как в доставке участвует и Укрпочта, и другие, есть нагрузка по почтовым сборам, мы это будем рассматривать вопрос для того, чтобы было безболезненно для населения. Вопрос субсидирования очень важен, особенно для тех частей населения, которые у нас социально незащищенные, где нагрузки тарифные и коммунальных платежей очень большие, поэтому дальше будем проводить эту работу, и наши семьи мы не оставим без внимания. По итогам совещания было решено обратиться к Министерствам социальной политики и регионального развития, чтобы доставка уведомлений была профинансирована на центральном уровне.